Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я хотел бы поделиться с вами своей историей. С младенчества я страдал такой болезнью, как нейродермит. В детстве это проявлялось как диатез, то есть покраснение кожи и зуд, а уже в более взрослом возрасте добавилось шелушение и постоянное покраснение были в области локтевых ямок и подколенных ямок. И эта болезнь называется нейродермит. 20 лет я страдал этой болезнью, и в прошлом летом у меня случилось сильнейшее обострение. Я лег в больницу, и в принципе в больнице мне сказали, что эта болезнь неизлечима, я буду страдать этим до конца лет своих, и больницы могут сделать только временное облегчение. Ну, в принципе, так оно и случилось. Через неделю после того, как я вышел из больницы, все мои результаты больничные сошли на нет, и снова кожа посыпала очень сильно. Но, к счастью, среди моих знакомых есть такой человек, который познакомил меня с коралловым клубом и познакомил меня с просто невероятной сферой знаний о здоровье, о человеческом организме и о способности организма излечиться от фактически всех недугов. Зовут этого человека Сергей Ромащенко. Я ему говорю большое спасибо за то, что он меня познакомил с коралловым клубом, за то, что он консультировал меня по вопросам здоровья, общался со мной, помогал, советовал, что делать и когда. И сейчас я хотел бы с вами поделиться своими результатами. Еще буквально 5 месяцев назад у меня были сильнейшие высыпания на шее, на плечах, в области локтевых ямок, подколенных ямок, на лбу, на лице, вокруг глаз и на кистях. За 5 месяцев я прочитал довольно много литературы, посмотрел интересное видео врачей, ученых по поводу кожных заболеваний. Советовался также с Сергеем. Сергей мне активно помогал, он советовал, чьи посмотреть лекции, что почитать. И я выяснил, что на самом деле кожа не может болеть, а кожа является лишь показателем того, насколько хорошо функционируют внутренние органы, насколько вообще загрязнен организм. Я узнал, что кожу внешне лечить вообще бесполезно и стоит только менять внутреннее состояние организма, давать организму все необходимое для того, чтобы он мог восстановить свои хорошее состояние внутренних органов. Конкретно с кожными заболеваниями для меня нужно было восстановить пищеварение и восстановить иммунную систему, также лимфатическую систему, ну и так далее. Все эти знания я получил от представителей Кораллового клуба, от таких врачей, как Ольга Бутакова. Вся основная информация я получил от нее и от Сергея Ромащенко также, потому что у него серьезный опыт был по восстановлению здоровья. И когда я узнал, познакомился со всей этой информацией, я понял, что действительно я могу избавиться от этой болезни, восстановить свое здоровье, и я решил пройти систему очистки согласно концепции Кораллового клуба. И я хотел бы вам еще сказать, что я использовал продукты только Кораллового клуба последние 5 месяцев и делал фактически максимально все, что я мог сделать для того, чтобы восстановить свое здоровье. И я очень доволен результатами. То есть за 5 месяцев я получил то, что сейчас у меня чистые кожные покровы. Я фактически забываю о том, что такое постоянный зуд, что такое покраснение кожи, что такое, как это неприятно. Также вы увидите, что вот сейчас у меня чистые кожные покровы. Вот. Я хотел бы посоветовать всем людям, которые хотят восстановить свое здоровье, которые мучаются, в частности, от кожных заболеваний, познакомиться с данной информацией, не пожалеть времени. Если это их заинтересует, обязательно связаться с консультантами,
по здоровью, компания «Коралловый клуб», потому что это действительно для меня просто какое-то спасение.